Привет, видимо, тебе, как и мне, нужно связать YouTube-канал с соцсетями, либо прочими ресурсами. Я в интернете искал, как же это сделать, пересмотрел более 10 роликов на YouTube, но так и не нашел ответа на этот вопрос. Методом тыка я нашел пару способов. Если ты находишься на любой страничке YouTube, в правом верхнем углу есть иконка твоего канала. Кликаем на нее, открывается окошко, где есть надпись «Мой канал». Кликаем на эту надпись, переходим на канал. Под шапкой канала есть плашка синего цвета «Настроить вид канала». Кликаем на нее, перебрасывает на окно с настройками. Наведя на шапку своего канала, в правом верхнем углу появляется квадратик белого цвета с карандашиком. Кликаем на него, появляется окошко с надписью «Изменить ссылки». Кликаем на эту надпись, перебрасывает на окошко, где внизу есть надпись «Ссылки». Она автоматом раскрывается. Появляются поля для заполнения. Название, ссылка и мусорный контейнер, если нужно удалить. Внизу есть кнопочка «Добавить». Также название, ссылка, мусорный контейнер для удаления. Внизу есть синяя кнопочка «Готово». Нажимаем ее. Все, ссылки отображаются на шапке твоего канала. Второй способ. Заходим на свой канал, нажимаем на синюю плашку с надписью «Настроить вид канала». Под шапкой канала есть надпись «Главное», «Видео», «Плейлисты», «Сообщество», «Каналы», «О канале». Выбираем пункт «О канале» и кликаем на него. Перебрасывает на окошко с ссылками. Самая нижняя плашка. Наведя на нее курсором, появляется белый квадратик в правом углу с карандашком. Кликаем на него. Отображаются поля для заполнения. Название, ссылки, кнопочка «Добавить», мусорный контейнер «Удалить», если что-то ненужное. И внизу на синем фоне надпись «Готово». Кликаем по ней. Все. Вот два способа, как можно добавить ссылки на своем YouTube-канале. Надеюсь, тебе помогло. Пока. Вот так все было легко, оказывается. Круто. Буквально за минуту.